весною, в месяце цветений, в семье Пономаренко вдруг на свет явился мальчик Женя. И для родителей вокруг все стало ярче и чудесней, ведь есть заботиться о ком. Мир становился интересней младенцу с каждым новым днем. Мальчонка рос и набирался познаний, опыта и сил. Мир сказкою ему казался, который светил чист и мил. Конечно же, сквозь дни и годы он сложность бытия поймет, но детство благостные всходы ему опора и оплот. В ноябрьский день зимы в преддверии в семействе Корнус родилась однажды маленькая Лера. Нескучная жизнь не началась. Голубоглазая девчушка всех осчастливила собой. Наряды, куклы и игрушки – все для Валерии одной. Вся в обожании папы, мамы, внимание всей семьи большой. Быть суждено ей самой-самой, любимой сердцем и душой. Она росла, Евгений тоже, не ведая и в снах своих, что каждый час, который прожит, друг другу приближает их. И эта встреча состоялась в году 10-м, в октябре. А помнишь, как все начиналось? Желтели кроны во дворе. Уже все холоднее ночи, но нам с тобою не до сна. И становились дни короче, но нам как будто бы весна. Родители, за все спасибо, за жизнь, тепло и за любовь, что были нам опорой, глыбой, что утоляли нашу боль от ссадины и до душевной, от неудач, тревог, обид, что еженочно, ежедневно не прекращали нас любить. Порою вслух, в себе порою, переживая каждый раз, что ничего от вас не скроешь, всевидящих сердец и глаз. А ведь недавно сами были такими, как и мы сейчас, и наставляли, и учили, и вас, родители, как нас. Как юный Вадик ждал Ирину, стихи и шоколад дарил, и письма ей писал наивно, и на руках ее носил. Характер передался дочке, видать, на счастье от отца такой же нрав упрямый очень, и у обоих пыл в сердцах. А мама — это чудо, нежность, в ней воплощение доброты, тепла, участие, безбрежность, пример ума и красоты, приветливость и обаяние, и вера в искренних глазах, внимание, сопереживание, всегда улыбка на устах. Елена — трепет и ранимость, каскад эмоций и страстей, хотя и детская наивность и впечатлительность при ней. Характером Евгений в папу, отзывчив, добр и справедлив. На разных жизненных этапах он позитивен, терпелив, и как Олег он импульсивен, когда, конечно, довести. А так ни зол, ни агрессивен, понять умеет и простить. Спасибо бабушкам и дедам, большое с каждой из сторон. Ваш в нашей жизни вклад заведом, за это низкий вам поклон. Вы наши самые родные, за нас в ответе и сейчас. Переживаете до ныне за каждый шаг, за каждый час. Но знайте, мы вас очень любим, а потому не подведем. От сердца обещаем, будем по жизни шефствовать вдвоем. Втроем и вчетвером, возможно, а может, впятером, как знать. Проблемы разрешать несложно, когда рука в руке шагать. За вашу мудрость, вашу веру, что вы и в нас селить смогли. Вам от Евгения и Леры поклон сердечный до земли. За радость наших достижений и за поддержку в трудный час вам от Валерии и Жени спасибо много-много раз. И за возможности просторы, что называется судьбой, спасибо вам за жизнь, в которой мы обрели свою любовь.